Число жертв мощной песчаной бури в Индии приближается к 130. Еще более сотни человек пострадали. Стихия обрушилась на север страны накануне. Основной удар пришелся на штаты Уттар-Прадеш и Раджастан. Шторм повредил и разрушил десятки домов и построек. В регионе повалены деревья, оборваны линии электропередачи. Местные власти подсчитывают урон, нанесенный стихийным бедствием. По их словам, таких мощных песчаных бурь Индия не видела 20 лет.